Новогодние советы душевного тепла, добра, искренности и осуществления мечты благотворительная акция «Наши дети» подарила настоящий красочный праздник воспитанникам городского социально-педагогического центра города Бреста. Волшебниками для воспитанников приюта стали командиры воинских частей Брестского гарнизона. У нас находятся дети, которые в трудной жизненной ситуации, и поэтому республиканская акция, посвященная такому замечательному празднику, естественно, она для детей очень важна. Все мы, даже взрослые, а особенно дети, желают верить в сказку. И именно благодаря неравнодушным людям, где-то спонсорам, где-то просто физическим лицам и организациям, этот праздник дает детям надежду в чудеса и радостное будущее. Воспитанники социально-педагогического центра подготовили для гостей новогодний спектакль при участии Деда Мороза, Снегурочки и символа 2024 года – дракона. Все вместе взрослые дети танцевали, пели, отгадывали загадки и получили призы в праздничной лотерее. На самом деле это очень замечательная акция. К сожалению, в нашей стране, да, наверное, как и во всем мире, есть дети, родители которых, ну, не в состоянии сделать им праздник в преддверии Нового года. Поэтому все военнослужащие Брестского гарнизона единодушно дали согласие и ежегодно принимают участие в этой акции. И когда она проходит, смотришь в глаза этих детей, видишь вот эту неподдельную радость, и это на самом деле очень здорово. И мы рады дарить детям счастье и радость. В преддверии Нового года все от мала до велика ждут чуда. Каждый из нас хочет получить подарок лично от Деда Мороза и услышать поздравления от его обаятельной внучки Снегурочки. Но для воспитанников социально-педагогического центра самый главный и желанный подарок – вернуться домой к родителям. Мое самое заметное желание – я хочу попасть домой к папе. Быть с мамой на Новый год и на мое день рождения. У тебя есть еще братик и сестра? Да, у меня есть старшая сестра, ей 21. Она тебе помогает? Да, она приходит, подарки дарит. Все гости праздника украдкой присоединились к желанию детей и загадали, чтобы обстановка у них дома наладилась, и каждый ребенок вновь обрел полноценную семью. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.